встрече Олега Николаевича, ну, очень такая достойная встреча. И знаете, что как он именно рассказывал с любовью о своей работе, то, что сейчас делается именно, какие проекты, «Ахтовая Бушаколь», как он, значит, сейчас вышли на плановый рубеж, и сейчас Баимское месторождение, очень прекрасно. И перспектива развития, вообще, Казминец рассказал, ну, нам очень было приятно. Я очень рад, что вы попали наконец-то в эту программу, уже давно пора. Это будет, ну, наверное, из новых построенных в мире самое большое предприятие в медной индустрии. Мы планируем там использовать новые обогатительные технологии. Это будет так называемая прямая флотация. Для тех, кто на фабрике работает, вы, наверное, знаете, что флотация работает с помощью воздуха. Когда концентрат подается в танки, внизу стоят импеллеры, раскачивается, все это подается в воздух, потом эта медь вся поднимается вверх, с помощью реагентов прилипает на вот эти вот пленку сверху, на пузырики, и потом это счищается, все это и есть концентрат. Это вот такая традиционная технология, которая работает. А прямая флотация, там воздуха почти нет вообще. Олег Николаевич настолько компетентен, настолько он знает все проблемы, все участки прям досконально. Я прям сильно был удивлен, как бы он стал моим лидером. Ну, сейчас у меня есть на что равняться. Бүгін кездесудің өзі орны бөлек болды. Мұнда біздің басшылық Олег Николаевич біздің компанияның болашағы жөнінде көп мағлұмат берді бізге. Қазіргі таңда қандай жұмыстар жасалып жатқан сол мағлұматтарды ести отыра, менің болашаққа деген сенімім одан сайын зорая түсті, күшейе түсті деп айтуға болады.